была затронута сфера IT-технологий. Вот, со слов президента, можно сказать, что эта отрасль у нас одна из ведущих, которая развивается, на которую будет выделено финансирование. Значит, данные компании, данная отрасль, она может рассчитывать на перспективу. Вот. Для молодых людей, для молодежи, да, у нас, в принципе, в этой отрасли достаточно много грамотных молодых людей. Вот, поэтому для них эта отрасль на сегодняшний день может быть весьма перспективной. Много выпускников – это юридическая отрасль, экономика, вот, медицина также. Вот. То есть, скажем так, для молодежи очень много отраслей не только в предпринимательстве, а в области какой-либо специализации. То есть специалисты на данный момент, конечно, востребованы. Если отойти от 90-х годов, то из России уже не хотят уезжать. То есть если раньше молодые люди мечтали уехать на Запад, то сейчас, наоборот, даже побывав там, возвращаются обратно и, скажем так, их устраивает больше в этой ситуации жизнь в России.